С 1 мая жители республики, чей доход на одного человека ниже прожиточного минимума, смогут оформить ежемесячные социальные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Пособие будет выдаваться ежемесячно в течение года с момента успешной регистрации документов. Оформить заявление можно с 1 мая по 1 октября 2022 года. При регистрации заявления учитывается уровень доходов семьи, имущество, наличие других социальных пособий и занятость родителей. Заполнить документ можно в любой клиентской службе пенсионного фонда, в МФЦ и на сайте госуслуг. Срок рассмотрения не более 30 дней. Дополнительная информация по получению этой государственной поддержки размещена в телеграм-канале pfr.chuvashia. Там же жители республики смогут задать специалистам любые уточняющие вопросы. Можно заявление оформить. Я вот рекомендую в первую очередь через единый портал госуслуг. Это самый удобный способ. Этот способ удобен еще тем, что человек может отслеживать статус своего заявления. Если возникают определенные сложности при оформлении заявления на едином портале госуслуг, то можно обратиться по телефону за консультациями, за подсказкой регионального контакт-центра 8 800 600 0485. Контакт-центр будет работать и в праздничные дни мая.